быстрая, необычная, но очень вкусная закуска с плодами кумкват, которая готовится в считанные минуты. Итак, поехали! Итак, начнем. Для этого нам понадобятся чипсы-рожки. Вот такие штучки под названием кумкват, листики мяты и простой сливочный сыр. Возьмем ложкой сливочный сыр. Количество сыра определяется в зависимости от количества чипсов, что у вас есть. Накладываем сыр в пакет и делаем из этого пакета подобие кондитерского мешка. Далее берем кумкват и режем его пополам. В кумкваде есть зернышки, они находятся посередине, и их несколько штучек. Ничего сложного в том, чтобы их достать, нет. Вся прелесть кумквата заключается в его вкусе. Попробовав его по отдельности, можно понять, что мякоть кумквата имеет довольно кислый вкус, а вот кожура, наоборот, сладкая. Это создает приятную гармонию вкуса, которая дополняет друг друга. И поэтому кумкват чистить не нужно, его нужно есть целиком. Приготовление ягоды занимает очень мало времени, так как нужно лишь разрезать его пополам и удалить косточки. Кумкват мы приготовили, и теперь берем наш кондитерский мешочек и начнем заполнять наши штучки. Заполнив чипсину сливочным сыром, протыкаем чипс зубочисткой. Надеваем листик мяты. И насаживаем кумкват. Готово! Такая вот штучка у нас получилась. Методом проб и ошибок выяснилось, что кумкват очень хорошо сочетается со сливочным сыром, и поэтому такие закуски очень вкусные. Такая закуска готовится очень быстро и просто, не требуя каких-либо особых усилий. Небольшой поднос с такой закуской можно приготовить за считанные минуты. И вот наша закуска с фруктом кумквата готова. Теперь кушаем и наслаждаемся. Если вам понравилось видео или данный рецепт был для вас полезен, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и активировать колокольчик, чтобы помочь нам в развитии канала. До новых встреч!